Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. 50 метров беговой дорожки в Парке Победы. На старте родители и их солнечные дети. Детишки такие вот добрые, отзывчивые. От них никогда не было никакого зла, только добро. Как солнце всегда дает только тепло и радость, так и эти дети в семье, когда появляются, дают тепло и радость. У меня самого такой ребенок, и так сложилось, что с появлением этого ребенка, в общем-то, жизнь стала намного лучше и интереснее. Специально для солнечных детей в Самаре уже четвертый сезон проходит благотворительный пробег «Спорт во благо». Свою дистанцию каждый год бежит Александр Чернышов, городской депутат и активист физкультурного движения промышленного района. Спортивный праздник в Парке Победы проходит с размахом. Между стартами атлетов, болельщиков и гостей развлекали артисты, поэтому было время выбрать свою дистанцию – 200, 850, 1700 метров или корпоративную эстафету 4 по 200. Эта акция бесплатная, она вся благотворительная для всех, так же, как и для судей, и для меня. Здесь на самом деле приятные очень впечатления после этого остаются. Люди очень доброжелательные. На самом деле это одно из лучших мероприятий, которые вот я, наверное, проводил по легкой атлетике. Тем более, что здесь нет профессиональных бегунов, здесь одни любители, причем дети с ограниченными возможностями. Синдром Дауна не приговор, и с этим генетическим отклонением встречаются талантливые, успешные и известные люди. Они получают высшее образование, становятся художниками, юристами и спортсменами. Так россиянка Мария Лонговая на Паралимпиаде в Афинах выиграла золотую медаль в плавании вольным стилем. А самарский пробег может открыть свои спортивные таланты, уверены участники соревнований. Такие праздники нужно проводить как можно чаще, потому что помощь деткам таким солнечным, да, с этой болезнью Дауна, конечно, она необходима, и вот эти праздники, они в первую очередь объединяют и показывают людям всего города, что солнечные детки, они такие же, как наши. На благотворительном пробеге «Спорт во благо» без наград никто не остался. Все участники получили памятные медали, а призеры и победители – почетные грамоты. Но самое главное – все собранные на пробеге средства направят на ремонт и оборудование Центра помощи детям с синдромом Дауна. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!